Ты помнишь, солдат, много весен назад полыхало закатами небо. Ты шел через боль и твердил как пароль, как священную клятву: победа! Никто не думал, что это будет такая красивая, очень патриотическая акция, охватившая вот такие тысячи людей, просто тысячи. Я думаю, что мы на российском уровне покажем, что говорят наши дети, что они пишут в солдатских письмах, с какими эмоциями они смотрят на это знамя. Письма победы. Сегодня в 18:30 на нашем канале.